Нашему Тульскому краю нужен такой губернатор, чтобы он мзду не брал, жил на одну зарплату. И вот оно свершилось отчасти, все поют, Владимир Сергеевич Грузев его зовут. Вы теперь наш кумир, наш супергерой, такой красивый, успешный, умный, молодой, способный на многое, мы в вас верим. Для вас любые открыты двери, звери, при виде вас покорно падают ниц, и дифирамбы напевают вам птицы. Людей счастливые встречаете лица, переворачивая жизни страницы. Гордится Тула вами, дела ваши не расходятся со словами. Годами ждали, и вот оно сбылось, теперь вы есть, у нас в душе отозвалось. Оп, эй! Дороги скоро станут гладкими, как стекло. Пенсионеры заживут, им с вами повезло. А в детский сад детей без очереди будут брать, и всем их молодых опять начнут рожать. Велосипеды станут модем, будет ездить где? На Олимпийских играх Тула первая везде. А и молодежь перестанет по подъездам шататься, будет книги читать, спортом заниматься. Слоняться перестанут по дворам пьянчуги, начнут изучать венский вальс на досуге. Курение победим, поставим всех на лыжи, и это уже не за горами, я вижу. Эй! Дядя Вова, здесь до вас было так херово. Мы жили обещаниями и каждый раз по-новой. Нам надоело танцевать всем по чужую дудку, ведь мы же город-герой, а это не шутка. Наших людей на руках надо носить, им надо гордиться, ведь мы же не раз отстаивали честь столицы. Кондитеры, ремесленники, оружейных дел, мастера, вкалываем на благо России с утра до утра. А если помощь нужна, так мы всегда готовы. Тысячи идей для нашей Тулы новой, современной, красивой, на благо России. Если вместе возьмемся, то это все осилим. Владимир Сергеевич Груздев, наш губернатор, настоящий мужик, просто терминатор, модератор свежих правильных идей, делает счастливыми всех вокруг людей. Эй-эй-эй! Эй-эй-эй!